אז ברשונמי רמי ג'ונמי בפשימני Вот насколько легко, да, интересно подойти к девушкам и заговорить. Давайте посмотрим. А я рамьё, деля рамьё, де малету дараса заварамьё. А я рамьё, деля рамьё. Чего не хватает мне, чтобы прям вот по-таджикски зазвучало? Чтобы вот все послушали и сказали, о, настоящий таджик. Что, более агрессивно петь? Да, да. Подождите. Сазовором. Но подождите, девчонки, это же песня о любви. Если мой эксперимент с песней прокатит, и местные жители благосклонно накидают мне монет за исполнение, значит, ужинать я отправлюсь в эту маленькую, но такую типичную таджикскую чайхану. Сейчас же изучу меню и запланирую, что буду есть. О, вот и меню. Так, вот, смотрите, гуштри – это с мясом. Один порш, да. 20 самани. Это куртоби 14 самани. Да, простой. Ну, в общем, 20-25 самани нужно, чтобы покушать, да? Ну, как бы нормально. Дело в том, что мы сегодня будем петь местную известную песню. Да, айярам ю. Знаешь? Да, знаешь, нет? Да, ну вот. Короче, будем петь на улице, и нам будут деньги бросать в шлем. Вот, тюбетейк. Получится, я вернусь. Ладно? Хорошо. Спасибо. Уже хочется кушать, не могу, ребята. Цель эксперимента поставлена. Теперь я точно знаю, на что буду зарабатывать. А как буду зарабатывать? А петь буду. А что буду петь? Да весь Душанбе знает, что я буду петь. Мне уже все подпевают. Азбарашонами, ромиджонами, бепешима, миобио, айбадахшонами, ромиджонами, Ну, все работает, ребята. Докторак шу карди, джигар махун карди, хота лайли гуфти, мара маджнун карди. Айо ромбио, дель до ромбио, дель майле тодора, сазово ромбио.